Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Peer. И сегодня мы с вами продолжаем наши космические приключения в игре Star Tracker. Прежде чем мы начнем, я попрошу подписаться на канал, если вы этого все еще не сделали. И чтобы не потерять со мной связь, подписывайтесь на группу ВК, либо на Рутюб, куда я сейчас переношу весь контент с нашего ютубчика. Это будет очень для меня важно в дальнейшем, потому что неизвестно, что будет с ютубом. Так, ну и давайте, что нам надо? Так, включить дроссель правого двигателя, дроссель левого, это нам не надо. Задние двигатели включены, эти включены, все хорошо. А рацию, радио, я решил, попробуем с вами с радио сыграть серию. Если все нормально, то будет все хорошо. Так, тут у нас кислород должен накачиваться. Все в дальнейшем хорошо, свет, только дальние фары. В кабине свет мы выключаем. Также круиз-контроль. А, надо отлететь, да, наверное, да. Ну так вот, круиз-контроль хотел настроить. Плюс узнал еще вот такие штуки, где что есть. Пока у нас не вышла гарантия на машину, я думаю, что нам надо заехать в автосервис в Atlas Prime и починиться, соответственно, да. Контрактов у нас нет. Поэтому сейчас мы с вами берем здесь контракт и до Атласа летим прямой, так сказать, наводкой. Давайте отстыковываемся и погнали. Так, нам вот туда надо, да? Boundary Hold, скорее всего. Ты куда так летишь-то, друг? Ну, давай, пролетай. Так, кислород. Сейчас посмотрим, что у нас с кислородом. Выработка 23 литра. Расход 23. Ну, у нас один воздушный фильтр пошел по энному месту, как понимаете, да? Вот пару дней не сыграл, и уже становится как-то сложновастенько. Сейчас до станции долетим, и фильтр тогда один снимем. Он нам не особо нужен. Главное, чтобы у нас не вышел срок. Так, нам направо здесь, да? Так, а здесь куда нам? Направо, видимо, да? Вот нам туда. Давайте, чтобы с астероидами нам не сталкиваться, зайдем, выйдем на трассу, так сказать, местную. Плюс писали мне про заправку канистр, я не проверял еще. Топливо у нас полный бак, слава богу. Можно ли добавлять канистры или нет, заправляться, вот этого я не знаю. Так, а вот куда нам надо? Давайте сначала в магазин залетим. Посмотрим, есть ли там фильтры воздушные. Потому что фильтров у нас на запас нет. Так.
Сейчас как-то подстроимся. Я думаю, вот так. Повыше возьмем. Стыковаться сейчас уже должно попроще быть нам с вами. Но все равно с управлением еще я до конца не подружился, так сказать, да? Так, нас интересуют фильтры. Фильтры, фильтров нет. Боль, печаль. Ладно, пошли тогда вытащим этот фильтр, который у нас сдох. Вот этот. Ну и продадим его нахрен. Зачем он нам нужен, правильно? 300 баксов как-никак. Ну и пошлите, берем что-нибудь до Атласа. Так, теперь нам куда? Нам ниже, да? Нам вот туда надо попасть. Берем пониже и сейчас подстроиться должны идеально. Давай, давай. Отлично. Смотрим, что у нас есть до Атласа. Атлас Прайм. Два прыжка. Медуза. Это здесь, это здесь. Это здесь, да? Ну, два прыжка до Атласа. Да, до Атласа же. Да, до Атласа. Вот это нам пригодится. Погнали. Груз прямо. Вроде никого нет. Погрузчики всякие шныряют. Вон копы, да, насколько я понимаю. Что-то мы подразогнались с вами. Давай, давай, давай. Родная. Во-во-во-во-во, погрузчик. Полегче. С кислородом у нас проблемы могут быть. Так, а вот и наш груз. Так, какой из них? Вот этот, да? Насколько я понимаю. Точно этот? Да, этот. Ну все, забираем. Почему круиз-контроль у меня не работает?
Отлично. Круиз-контроль. Сто 120 поставим. Так, лететь нам теперь как? В Медузу, потом в Атлас. Медуза — это туда. Искусственные пищевые добавки мы с вами везем. Я 120 поставил. Это в круизе просто по трассе идти, чтобы не думать о скорости. Никого, никого. Так, а вот и Медуза. Не знаю, так ярче или нет. По-моему, ни хрена, да? А если вот так посмотреть? Ну, все горит. А если мы включим доп фары? Ну, в принципе, все то же самое. Так, а если мы включаем фары на крыше? Ну да, это, в принципе, никак не сказывается. Так, полетели. Давай, открывай врата. Погнали. Бензин, кстати, у нас не полный бак. Но я думаю, что если что, заправимся. Так, Атлас Прайм сразу же. Заправка. Где? Атлас Прайм. Атлас Прайм есть где-то вот сюда нам надо. Угу. Так, давайте будем рисковать, как всегда. Кто не рискует, тот сами знаете, да, чё? Не зря же я покупал усиленную обшивку и не только. И люди писали по поводу груза, что можно найти в космосе. Да, можно найти, но я его пока еще не встречал. И от третьего лица, я думаю, попроще лететь, когда летишь именно через астероиды. Че мы там разогнались? 140. Оп. Астероид. Так, и вот куда нам надо. Оттормозим сейчас маленечко и все. Давайте крен выправляем. Там же никого не было? Нет? Давай, врата. Запускайся. Погнали. Так, разгрузка у нас вот там. В принципе, близко.
А потом нам надо будет на ремонт, да? Да какие 150? 120. Ладно, круизом пока пользоваться не будем. Кстати, зона разгрузки удобная. Можно насквозь пролететь, да? Насколько я понимаю. Чувак длинный, давай быстрей. Заодно посмотрим сейчас, где чиниться будем. Может быть, еще улучшения какие-нибудь нам по карману будут. Но это не точно. А так, в принципе, блин, игрушка мне заходит. Не знаю, как вам, пишите в комментариях. Напоминает чем-то, в принципе, ETS, но возможностей побольше. Отлично. Заработать 10 тысяч баксов на контрактах. Неаккуратное вождение. Где это было? Пятый уровень. Так, это значит, что у нас навыки. Дальние заказы. Либо хрупкий груз. Либо доставка точно в срок. Тут у нас что, доп. Прицепы будут? Негабаритный груз. Ну, давайте берем дальние заказы. Отлично. Ценный груз и доп. Прицеп. Ну, я думаю, что прицеп лучше еще один брать. Так, ладно. Смотрим, где у нас здесь мастерская. Вон она. Так, маневр сделаем такой нехитрый. И гоним на всех парах. Вот, летает мусор, но я не вижу, чтобы было что-то полезное. А выходить, проверять каждые обломки вот эти, я не знаю, не вижу смысла, наверное, даже. Первая миля, 100 миль. Мы проехали. 55 километров. Нам надо, не помню сколько, до окончания гарантийного срока. Когда у него истечет срок. А вот когда он истечет... Это вопрос. Сейчас нам на Атласе надо с вами починиться. Оу, 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 оу. Что-то разработчики подпилили или что? Что столько мусора стало? Прям перебор мусора. Воу. Ух, пронесло.
И он видит, сколько этого мусора, и вот возле какого остановиться и что брать, непонятно. Но его реально до хрена. Так, все, переходим на вид из кабины. Ящики какие-то, но там ничего не похоже ни на батареи, ни на что другое. Так. Кислородом у нас проблема, да? Так, сейчас как-то выправимся. И нам надо вот сюда, правильно? Правильно. О, отлично. Зелененьким уже загорелось. Открывай врата. Ремонт корпуса 0. Да. Отлично. Все заплатки убрались. Двигательная установка еще быстрее. Корпус еще крепче. Подсистемы. Так, это неинтересно. Камеры сгорания. Повышает КПД сгорания топлива и, в свою очередь, максимальную скорость. Охладитель сопла позволяет двигателям дольше работать, не перегреваясь. Позволяет снизить расход топлива на 5. Сколько у нас денег? 5000, да? Ну давай. Вот так. Вот так. Будем улучшать все потихонечку, правильно? Корпус, усиленная обшивка стоит 1000. Вот это мы возьмем. И на этом, пожалуй, все. Спасибо, что починили меня бесплатно. Так, ну и к автозапчастям нам надо притараниться. Посмотреть, нас интересуют фильтры кислородные. Кислородные фильтры. Есть 2700. Мы в минусе будем. Красная крышка топливного бака. Ну давай, берем фильтр, будем в минусе, что делать? Фильтр нам нужен. Владение грузовиком может быть крайне накладно для кошелька. Но не расстраивайтесь, если на счету в какой-то момент окажется недостаточно денег, вы всегда можете взять срочный кредит на сумму до минус 5000. Впрочем, если вы превысите указанный лимит, банк выставит вам срок выплаты и ограничит ваши покупки исключительно товарами первой необходимости. Если не сможете погасить долг в установленные сроки, банк объявит вас банкротом и заберет ваш грузовик в счет погашения кредита, так что будьте осторожны. Хорошо, спасибо. Автоматическое уведомление от банка. Тут у нас что? Фильтр. Фильтр пусть пока здесь валяется.
Этот надо продать сейчас тогда. Ну, надеюсь, мы дотянем. Все работает? Да, все работает. Так, ну ладно, не валяйся здесь. 15% кислород. процентов. Воздушный фильтр 100%. 100%. Ну, последний поставим. Вот я идиот. Хотел же продать. У нас сейчас каждая копейка на счету. Вот это забирай. 13 баксов. Но все равно приятно. Так, погнали, ищем товар тогда. И полетели дальше. Кислород в норме. Но неужели? Так. Тут нам надо куда? Куда-то вот сюда, видимо. Пьюрити. По поводу заправки. Ой-ой-ой. Простите, извините. Звено гармонии. Там тоже по-любому есть заказы, да, я думаю? Кислород 14%. Почему ты падаешь-то? И да, вот куда нам надо, кстати. Давай. Разворачиваемся. Где там ворота? Вот сюда надо. Прям точно к дырочке. Давай. Главное, грузовик не поцарапать. Так, заказы. 2200, 2... Прыжки 1. Так, а давайте... Выплата, вот, 2... В Эджбург опять. Но все самое дорогое до Эджбурга. Ну, берем. Что мы там везем? Фиберглассовое волокно. Окей.
груз справа у нас находится. По топливу, в принципе, пока нормально. Так что живем, живем. Давай, давай, давай. Где там наша груз? В принципе, вот так по камере легко ориентироваться. Главное не путаться в управлении, и все. А так несложно. Постепенно привыкаешь. Давай. Загорайся. Отлично. И нам вот сюда и вот сюда. Тут есть платная дорога. А, ну это вот сюда. Заправка здесь есть, тут заправки нет. Если что, в Медузе надо будет заправиться нам тогда. Так, Медуза где? Медуза где-то там, да? Да, Медуза сзади. На отремонтированном траке. Погнали. Нам на трассу как тут выйти-то попроще. Как-то вот так, наверное, да? Самое простое будет для нас. Давай. Вытягивай. Отлично. А вот здесь какие 210? 140, и идем до Медузы. Да, кстати, с круиз-контролем попроще как-то. Кислород. Чё с кислородом? Надо что-то придумывать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ух, пронесло. Тут никто не идет, надеюсь. Оп, 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 мусор. Вроде хорошо дошли. Сейчас, надеюсь, мы погасим кредит после этой доставки. Плюс надо заправиться.
На 46 километров у нас осталось горючего, да, насколько я понимаю? Так, медузу мы прыгнули. Дальше нам вот туда. Как нам туда добраться? По трассе смысла нет. Поэтому погнали так. Гоним на все деньги, как говорится, да? А вот и любимый мусор появляется. Так, ну мы почти на месте. Надо уже оттормаживаться начинать. Довольно-таки быстро получилось долететь. И без происшествий, что не может не радовать. Ты куда? Я первый. Давай. Прыжок. Ну, красотища. Выглядит новый он после ремонта. Красяво. Нам налево. Погнали. 102, что делать. Выработка в норме показывает. О2, это же кислород, я правильно понимаю? Или я что-то неправильно понимаю? Скафандр, но здесь О2, да, как кислород показан. Вы достигли порога пробега, и ваша гарантия истекла. Вы больше не можете пользоваться бесплатными услугами эвакуации и ремонта. Ого, я смотрю, тебя можно поздравить с тем, что гарантия закончилась. Вот теперь мы твою фуру разукрасим. Мой друг держит покрасочный цех в Atlas Prime. Заглядывай, как время будет. Окей, нам опять надо брать доставку до Atlas Prime, получается, да? И разукрашивает нашу фуру. Давайте как-то аккуратно сейчас выгрузимся только. Потому что у нас кредит висит, сами помните, да? А это не есть хорошо. Отлично, 2500. Что по поводу кредита? Как он тут вычитается? Контракты, карта, груз. Непонятно. Ну что ж, друзья, вот такая вот серия у нас с вами получилась. Я считаю, что неплохо мы с вами и улучшили нашу фуру. И срок гарантии у нас стек, плюс мы починились. В следующей серии нам надо что, взять груз, значит, отсюда.
и доставить его в Atlas Prime, а там мы уже будем разукрашиваться. Посмотрим какие-нибудь красивые красочки, соответственно, и тому подобное. Подписывайтесь на канал, если вы все еще этого не сделали. Также не забывайте поставить ваш королевский лайк, если вам понравилась данная серия. Ну и, конечно же, пишите ваши комментарии под этим видео, я обязательно всем на все отвечу. И чтобы нам в будущем с вами не потеряться, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылочку вы найдете в описании под этим видео. И, конечно же, на RuTube, куда я переношу все свои видео с ютубчика. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!